Ну да. Но все равно, все, что я написал, я, конечно, люблю. Разве нужно для счастья много? Мне вот кажется, что чуть-чуть. Каждый сам выбирает дорогу, чтобы навстречу ему шагнуть. Можно землю спахать ногами, обогнуть ее сотню раз. Только то, что не видно глазами, очень часто находится в нас. Чувствуй сердце, оно под кожей, в каждой клетке любимых рук. Много смысла и счастья тоже заключается в слове «друг», в ком-то близком, знакомом, важном, да безумие дорогом. И случайно, совсем не в каждом, твое счастье находит дом. В человеке это важно, крайне искренне осознать, что для счастья не нужно много, если в людях его искать.